рандеву. Артисты прославленного ансамбля уже не первый год радуют слушателей неизменным качеством своего творчества, которое достигается, несомненно, благодаря упорной работе, трудолюбию и самоотдаче всего коллектива. Подробнее о вокальном ансамбле «Джаз-рандеву» смотрите далее в сюжете. Ансамбль «Джаз-рандеву» под художественным руководством заслуженного артиста Республики Крым Аркадия Журавлева начал свою творческую деятельность в 2001 году как аматорский коллектив, а с 2003 года профессионально работает в составе Крымской государственной филармонии. Коллектив создан музыкантами-единомышленниками, и именно это способствует его развитию и обеспечивает высокое качество подачи материала. Разножанровый репертуар ансамбля «Джаз-рандеву» привлекает внимание широкой зрительской аудитории, ведь в нем и сочинения русских композиторов, и классические джазовые композиции, и популярная музыка разных лет, попурри на темы шлягеров советской эстрады, фольклор. Коллектив с обширной творческой биографией также отмечен и многочисленными престижными наградами. «Джаз-рандеву» не из тех, кто отдает дань моде, гоняясь за форматами и трендами. Эти музыканты верны своему стилю и при этом не боятся испытывать себя, меняться, развиваться, а это и есть творчество. Успех коллектива, несомненно, кроется в харизме, в мастерстве, качестве музыкального материала и, конечно же, в искренней любви к искусству.